В этом году мы отпраздновали 75 лет освобождения Беларуси. Наш народ заплатил, вы знаете, высокую цену за свою свободу. В борьбе с фашизмом погиб каждый третий белорус. Последствия той страшной войны мы ощущаем и по сей день. Добавьте к тому еще Чернобыль. И вот наши тяжелые грузы, последствия Великой Отечественной войны и вдобавок это, не говоря уже о других вопросах. И еще раз хочу подчеркнуть, победу в этой войне подарил нам великий советский народ, с которым сражались все мы. Умирая в освобожденной Брестской крепости и блокадном Ленинграде, сражаясь под Сталинградом и Курском, освобождая Европу и штурмуя Берлин, русские, белорусы, украинцы, казахи, армяне, азербайджанцы, молдаване, грузины, кыргызы, таджики, туркмены, узбеки, другие народы не думали о своей национальной принадлежности. Они были едины, водружая знамя победы над Рейхстагом. Значит, и наша победа должна быть едина и неделима.